Вернемся к теме весны. На улице ночью и днем морозно, солнце большая редкость. И чуть меньше, через 40 дней лета, у нас в Междуреченске еще весна не совсем вступила в свои права. Погода влияет на наше настроение. Каким оно будет в ближайшие выходные, расскажут нам специалисты гидрометцентра. Выходные дни мы прогнозируем теплыми, дневные отметки в субботу 10-15, ночью 0-5, южный порывистый ветер и местами небольшие дожди. В воскресенье температура еще немного повысится, 12-17 днем, +1, +6 ночью, с юго-западным порывистым ветром и небольшие осадки.